команды Zerzibox представляет. Роли озвучивали Zerzibox, Шелби, Малинка, Олигарх, Владислава, Баунти Кадри, Каблари и Шадоу Леди. За игрой. Эпизод 5. Ранее в сериале. Я влюблён в Аиши. Держись подальше от Аиши, иначе пожалеешь. Я люблю кое-кого другого. Ты помнишь нашу сделку? Эта тупица не встанет у меня на пути. А если встанет, я убью его. Вот это настрой. Ну что там? Я люблю Ян-чан. Ян-чан? Зачем ты это сделала? Ради любви. Почему она не убила его? Таро влюбился. Кого он влюбился? Ранашку. Подруга Нашими планирует навести справки обо всех учениках старших классов, чтобы разузнать, в какую девушку влюбился Ямада. Ты же не хочешь, чтобы твою девушку разоблачили и упекли за решетку, где ты никогда не сможешь ее снова увидеть. Аяна замешана во всем этом? Когда Раншака узнает, что он не любит Аяна, она сама вычеркнет ее из этого списка. Твой друг любит Аиши. Я хочу, чтобы ты снова нашла Масута. И соблазнила его, он станет нашим союзником. Поняла? Доброе утро, Масута-сан. Что ты здесь делаешь? Разве ты не слышал о трауре? Траур? Завтра мы возобновим занятия. Все очень обеспокоены тем, что произошло вчера. Ладно, спасибо. А я на пару слов. Что ты? Ты шпионишь за домом Тара? А? Почему ты в школьной форме? Ну, никто мне не сказал, что сегодня траур. Еще не выходил. Вполне возможно, он еще в состоянии шока из-за того, что ее знакомый без всякой причины жестоко зарезала лучшая подруга прямо на его глазах. Или спит. Серьезно? С какой стати? Как ты могла? Что-то натворила Саки! Не говори об этом публично! Я знаю, что Инфо-чан просила тебя помочь мне с Раншаку. Ты собираешься это сделать? Все зависит от тебя и твоего обещания. Обещание? Ты обещала никогда больше не повторять случай на примере Саки и Коконой. Я не буду никого мучить. И убивать тоже. Или убивать. Он идет. Доброе утро, Тара-сэнпай. Я пришла, чтобы принести тебе эти кексы, которые я приготовила сегодня утром. Кто она? Это Анай. Президент кулинарного клуба. Это сука. Я бы хотела принести тебе это. Спасибо, Амай. Но я плохо себя чувствую. Ну давай, я сделаю их специально для тебя. Хорошо, только боюсь, мой дом сейчас выглядит непрезентабельно. Нет проблем, мы можем пойти в кафе, где я работаю. Пойдем.
Так и будешь постоянно за ним шпионить? Ну, у тебя не было проблемы, чтобы не проделать это со мной. Это другое. В любом случае, это его жизнь, и ты не должна врываться в нее. Бля, я не могу поверить, что мы это делаем. Что ты вообще в нем увидела? Не пойми неправильно, Тара мой братишка. Однако, что вы, девки, в нем видите? Стоит ему сесть у фонтана, вы уже готовы лезть к нему в штаны. Как такое возможно? Ты завидуешь? На кого смотрите? Блять! Вы здесь что забыли? Мы встречаемся. Да, Хаята хороший друг. Френдзона? Кто во френдзоне? Хаята. Хаята, почему ты во френдзоне? Мне трудно поверить в то, что ты рассказываешь мне. Я знаю, они всегда улыбались, и никто никогда не видел, чтобы они ссорились. Я не могу понять, как Саки могла сделать нечто подобное. И все это происходило на моих глазах. Тара! Аяна! Подруга, не плачь! Что случилось? Ян-чан! Что с тобой? Это из-за коконы? Привет, Будда. Почему ты в школьной форме? Ну, бывает такое, что никто не скажет, что сегодня траур. Мне очень жаль. Я думал, что это очевидно. Да, ты в последнее время очень очевиден и предсказуем. А? Что ты имеешь в виду? Ну-ну. Рекомендую смотреть на очевидные вещи открытыми глазами. Я думал, что друзья ни о чем не умалчивают. Я не понимаю. Вот как значит. Сэмпай. Ян-чан. Аяна. Он не хочет, чтобы я приходила к нему, чтобы мы пошли на занятия вместе. Как ты думаешь, он ненавидит меня? Он никогда раньше так не поступал. Милая, он точно не ненавидит тебя. Он, наверное, занят. Я имею в виду, да, я не кричала на него так сильно, как сейчас. Но когда он сделал что-то такое, отчего волосы встают дыбом? Дорогая, ты должна успокоиться, если не хочешь его потерять. Тара как беспомощный маленький заяц. Если ты много кричишь, он убежит и оставит тебя одну. Так ты поможешь мне? Конечно, подруга. Я всегда буду с тобой. Но что ты собираешься сделать? У меня есть кое-что на уме, но это маленький секрет. Это будет сюрприз. Спасибо, подруга. Я так счастлива. Он потрясающий. Да, однако, когда я тебя нес на руках домой, я был совершенно один. И я так влюблена. Привет, Будда. Привет, Ян-чан. Как ты себя чувствуешь? Она не будет говорить с тобой. Она очень застенчивая. О, ладно. Вы встречаетесь? Последнее время я часто вижу вас вместе. Нет! Ага. Мы уже думаем об этом. Ну, я рад за вас. Увидимся. Зачем ты сказал ему это? А почему бы и нет? Мне не стоило давать повод для ревности? Думается мне, что ты сделал в большей степени для себя, чем для меня. Твоя правда. Будда, есть минутка? Ранаш?
Подруга Наджими планирует навести справки обо всех учениках старших классов, чтобы разузнать, в какую девушку влюбился Ямада. Хей, я здесь. Ты меня слышишь? А, да. Пардон, ты что-то сказала? Я спрашивала, знаешь ли ты, в кого влюбился Тару? Просто ты его друг и, может быть, знаешь? Без проблем. Он... Он любит Адаяку, президента кулинарного клуба. Ты уверен? Это... Всё хорошо, спасибо. Я должна отрицать то, что сказал Масуда. Я поверить не могу, что он сделал это. Я должна быть сильной и сказать ему, что мы не встречаемся. Мне нужно глубоко дышать и сказать сэмпай, что... Привет, Ян-чан. Ты в порядке? Мне кажется, ты немного нервничаешь. Я... Ты очень милая. Дорогая, могу поговорить с тобой с глазу на глаз? Да, дорогая? Он снова не захотел, чтобы мы пошли вместе на занятия. Вероятно, это все из-за бента, который я приготовила. Я забыла сказать тебе кое-что. Однажды я приготовила бенто специально для него. Я не знаю, что я сделала неправильно. Его просто вырвало. Бенто? Асано, кажется, я знаю, что случилось. Я видела, что Амая Адаяка саботировала твое бенто. Она все распланировала. Несомненно, она влюбилась в Тара, и поэтому она хочет, чтобы он бросил тебя. И я думала, что она хороший человек. Я ошиблась. Хороший мальчик. Стоять! Ты же знаешь, что Раншаку известна тем, что любит издеваться над людьми, так ведь? Да, и? Ты не должна допустить, чтобы Амая начали гнобить. Почему нет? Это именно то, чего я хочу. Не люблю это говорить, но если ты станешь другом Амаи, чтобы помешать Раншаку угнетать ее, то разве это не приблизит тебя к Таро? Объясни. Раншаку далеко не хорошая, и это все знают. Амая не та, кто испортил бенто, и ты это прекрасно знаешь. Как насчет того, чтобы ты помогла Амае? Тогда Таро увидит, что ты хороший человек. Включи громкую связь. Я согласна. Стань подругой Адаяки и воспользуйся ею. И добро пожаловать, Масуда. Отличная работа. Я не могу в это поверить. Может ли она отравить нас? А то я думала... Да, точно она. Меня это не удивляет. Всегда быть сладенькой. Из-за этой лгуни Тара-сэмпай стошнила. А мне интересно, сколько раз еще будет отравлена чужая еда. Она такая подлая. Привет, девочки. О, привет, Амай. Как твои дела? Вы верите в то, что эта девушка говорит обо мне? Конечно, нет. Ну, ты же наша подруга, не так ли? Ты милая, дружелюбная. Фальшивка. Вы думаете, что я испортила бенто Асаны? Ну, мы все знаем, что тебе нравится Таро. И насколько сильно ты ненавидишь Асану. Я их ненавижу, я думаю, что она нехорошо к нему относится. Подумать только, что мы верили в эту историю хорошей девочки. Что? Друзья,
Я ведь правда не делала этого! Ты фальшивка. Я больше не хочу тут быть. Пошли. О, нет! Буда-сан! А, привет, Мина. На этот раз все-таки соизволили прийти пораньше, не так ли? Мин, мне очень жаль, но сегодня тебе снова придется проводить урок. Я очень занят. Буда-сан, раньше не было ничего, что могло бы прервать занятия по карате. Что происходит? Все хорошо. Просто... завтра я вернусь к классу. Всего доброго. Буда-сан. Привет. Привет. Извини, но клуб закрывается из-за отсутствия. Успокойся, я тебе верю. В самом деле? Да? Да. Я знаю, что ты бы никогда этого не сделала. Я доверяю тебе. Большое спасибо! Я рада, что ты доверяешь мне. Я не портила Бента этой девушке. Мы даже не разговаривали никогда. Не волнуйся, все наладится. Я буду рядом с тобой. Спасибо! Ян-чан, что ты здесь делаешь с ней? Она... Я ей верю. Не могла бы ты, по крайней мере, объяснить, что произошло? Я клянусь, я ничего не делала. Я бы никогда не сделала чего-либо подобного. Я даже не думаю, что это... Ян-чан, ты ей веришь? Ладно, я верю тебе. Я сомневаюсь, что кто-то вроде тебя смог бы это сделать. Кроме того, у Раншаку не очень хорошая репутация. Спасибо! Но я должен идти. До свидания, девушки. Дара. Будда, я думал, ты сейчас в клубе. Нам нужно поговорить. Я не понимаю, о чем? Об Аяна. Продолжение следует. Все самые полезные ссылки в описании. Если вам нравится наша озвучка, то проявите активность под данным видео. Помните, дальше будет еще интереснее. До скорых встреч.